Здравствуйте, я Артем Марков, я автор проекта. Мы хотели сделать экономичный, экологически безопасный катер с большой дальностью хода. Именно поэтому мы использовали электродвигатель и подводное крыло. Для зарядки катера вам потребуется обычная береговая розетка, которая есть в любом яхт-клубе. Полная зарядка займет 3,5 часа и потребит 160 кВт. Этот запас энергии при скорости 40 км в час обеспечит вам дальность хода в 50 км. Хочу заметить, что для такой же прогулки на бензиновой лодке вам потребуется 80 литров топлива. Как мы видим, прогулка на электрокатере значительно дешевле. Наш электрокатер обладает высокой степенью экологичности, потому что для движения мы не используем нефтепродукты, а используем электроэнергию. Именно это позволяет исключить выброс вредных веществ в окружающую среду и ходить в акваториях, которые под запретом для бензиновых двигателей. Применение электромотора позволило снизить уровень шума и вибрации, что обеспечивало комфортное общение во время движения. Выбрали статичную конструкцию подводного крыла, так как именно она обеспечивает высокую надежность за счет отсутствия подвижных элементов. Идя на подводном крыле, лодка не создает большую волну и значительно снижает качку во время движения. Мониторинг систем катера происходит в режиме онлайн, передавая данные на сервер нашей компании, что позволяет нам в случае нахождения ошибок оперативно их устранять. Вы сможете управлять катером через ваше мобильное устройство, так как мы используем цифровое управление рулем. На катере предусмотрена опция резервного запаса хода. Если вы увлеклись прогулкой, система автоматически ограничит скорость и оставит резервный запас энергии, что позволит вам добраться до зарядки. Лодка снабжена системой контроля изоляции, что исключает поражение пассажиров током.